Всем привет, с вами Бейблэй Бёрз Геор. И начну-ка я с этого. Ну, видео начну. Почему я так долго, очень долго, месяц, я не считала, 1-2 месяца не снимала? Потому что я болел, ну извините. Ставьте лайки, чтобы я больше не болела, снимал видео. Видео я могу снимать каждый день. Да, к вашему сведению. Ну ладно, мы приступим к ролику. Так вот, приступаем к ролику. Если вы хотите распаковку нового набора, где идет Прейм Апокалипсис, Регалия Генетис, Рейд Фафнер и Космо Драгон, то быстренько ставьте лайки, быстренько прям, вот прям сейчас, и подписывайтесь на канал. Если вам сейчас коробка не нужна, One Bay, Two Bay, 3 Bay, 4 Bay. Короче, у меня есть эти бэи. Мне их купили. На сайте... Сейчас. На который Бейзон советует. Кстати, привет, Бейзон, если ты смотришь это видео. И Закупичу тоже привет. Да, Бейзон, я на тебя подписан, Закупыч, я тоже подписан на тебя. Вот. Эти бэи. Сделаем пока на первый обзор. В этом видео на всех троих будет обзор. Не как у Супер Тима, как Эдик Фантюб. Да, я вас всех смотрю, я на вас подписан, да. Так что подписывайтесь на мой канал. Разбираем. Мне очень трудно делать одной рукой, потому что я одной держу камеру, второй разбираю. Так, это верхний слой, называется Космо Драгон. Разбираем. Честно говоря, мне удобнее правой держать iPhone, а левой разбирать. Это я пока отложу. Вот. Начнем с чего? Ну ладно, давай. Как там эта часть называется? Базовый слой называется Космо. Как у Космо Вольтраека, только он перекрасен в синий цвет. Утяжелитель у него такой же точно, как у Джакмана Джокера. Только смотрите различия. 1, 2, 3. А у Джакмана Джокера 1, 2, 3, 4. Перевес. Вот тут вот. Откладываем. Хоп. Честно говоря, я через камеру смотрю. И чип называется Dragon. Перекрашен в синий цвет только. Ну, тут пару элементов доделали. Красивый. Собираем. Да, я криворукий. Наконец-таки удалось. Защелкиваем. Так. Откладываем. Диск у него... Я не знаю, честно, как он называется, но знаю точно, то, что он точно такой же, как у Венома Диаболоса. Только у него тут вот такие вот черные, по-моему, вот так и все. А тут белый вот так вот. И перекрашено вот тут вот. Сейчас могу... Сейчас, если найду Венома Диаболоса.
меня тут много других игрушек. Я вряд ли найду. Потом покажу. Не буду прерывать обзор. И наш милипусенький наконечник из первого сезона от Крэш Рактовора, или как там его? Но от Рактовора второго. Видите? Такой же точно. Первый раз в жизни собираю бой первой одной рукой. Попробуем. Я не знала, что я не криворукий. Дальше Рейд Фафнер. Разбираем верхний слой. Вот. Тут вот мне вот так вот понадобится. Потому что у него очень тяжело тут. Двумя руками надо. Я стул притащила, чтобы легче было. А если так не вытаскивается, то план Б. Вытаскиваем диском. У меня всегда так. У кого есть набор этот, скажите, трудно вытащить у Рейца Фафнера. Или вытащил. Базовый слой у него называется Рейц. Как у прям... Прям как у этого... У Рейдс... напомните, пожалуйста, в комментариях, как там его. Короче, поняли. Вот. А. Рейдс Диаболос. Рейдс... У Рейца Диаболос такой же, только перекрашено тут. А так он абсолютно такой же. Утяжелитель у него, по-моему, от Ашура. Ну, от тети. Ну. Ну, от Бушин Ашура. Поняли. И тип Фафнер. Если я не ошибаюсь, он похож на Визард Фафнера. Ну, тип. Только он перекрашен. Хоп-хоп. Приступим к диску. Диск у него непонятно тоже называется. Но у него, смотрите, тут пружинки есть. И он как бы чуть-чуть поворачивается. Не знаю почему. Вот, видите? Вот, смотрите, чуть-чуть поворачивается. Имеет форму баланса. Только звездочки не балансируют. И пружины. Да. Ну, а с драйвером претензий нет вообще. Потому что он точно такой же, как у карающего Джокера. Только перекрашен в красный цвет. Что о нем рассказывать? То защита, то атака. Что в нем рассказывать? Переходим к более потяжелее боям. Ну, помассивнее. Апокалипсис. Почти невозможно. Нажимаем на кнопочку. Разбираем. Прайм Апокалипсис. Невозможно разобрать. Сердцевина. С ним идет вот этот ключ. Сердцевина свободно вращается. Когда зажимаем ее, она не вращается. Как вы видите. Видите, не вращается. Интересно.
Дальше идем к диску. Диск у него нулевой, как у Реквиема. Ну, с праздника Реквиема. И вот такая вот рамка, помогающая ему атаковать. А драйвер у него точно такой же, как у Волтроека третьего. Только с усиленной пружиной. Собираем. А теперь главному гостю. Регалия Генетис. Все поподробнее. Разбираем точно так же. Для разбора также понадобится нажать или на вот эту кнопку, или на вот эту. Не верите? Смотрите. Хоп. На эту не нажимаю. Прокручиваю. Хоп. Видите, на эту не нажимаю. Вот, нажал. Прокручиваю. Да, у него две точки. Я не виноват. Такара Томми. Зачем так сделала? Лучше бы, как у Прайма Апокалипсиса было. Вот. В верхнем слое претензий нету. Точно такая же сердцевина. Не разбирается точно так же. А вот драйвер уже идет поинтереснее. Для этого нужен ключик. Вот, ничего особого. Чтобы включить, надо всего лишь вот эту кнопочку включить. И он загудит. Когда он гудит, когда он загудел, то включается зеленая штучка. А когда его включаешь, то... Когда драйвер включаешь, то тогда он раскручивается. Вот в чем прикол. То влево, то вправо. И это сейчас повернуто у нас вправо. Смотрите, вот тут вот еще есть R и L. Если видите. А, я не так повернул. Вот R, вот L. Чтобы перевести его в другой режим, можно или этим, или вот этим. Вот так вот сделать. Мне удобнее вот этим. И вот так вот делаем. И теперь оно заведено влево. Я ищу вправо. Так. Так. Как достать батарейки? Доставать батарейки я не буду, потому что я не хочу жертвовать своим наконечником. Я уже кучу бы разобрал, пускателей разобрал. Нет, на этот раз не буду. Извините. Я вам расскажу это по инструкции. А зачем рассказывать? Если у вас есть набор, то можете пролистать. Я объясню, у кого нет этого набора. Вот, тут есть такая вот штука, смотрите. Откручиваем, снимаем. И вот, видите, три дырки. Туда надо вставить ключ и вытащить батарейку. Сменили, закрутили, ну, вставили тут. Влево-вправо показано. Ну, и вся инструкция далее там. Все про все. Кто не читает инструкцию, ставьте лайки. Потому что я вначале его без инструкции сделал, потом прочитал инструкцию, чтобы понять. Я уже надел на биологер вот эту. Кстати, мне пришел Лорд Прайзен. Ну, от Флейма и Пегас. Если я вам его показывал, по-моему, нет. Я вам в следующем видео, может быть, покажу. Может быть, в конце этого. А сейчас протестируем в боях. Так, камера ровная. Я с той стороны сяду. Вот, видно? Вначале мы сразим двух тяжеляков.
Да, ребята, я не забыла его включить. Крутятся оба вправо. Давайте. Готово? Так. Три, два, один. Он завелся и выиграл время апокалипсиса. Что-то слишком быстрый бой. Я ожидал от них чего-то. Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Три, два, один. Ай. Блин, этот бой надо переиграть. Остановись, все. Да что ж ты падаешь? Я так и знал, что Регалия Генетис победит. Третий раунд. Три, два, один. Вперед. Вперед. И все равно Регалия Генетис побеждает. Регалия Генетис, не бесись. Угу. Теперь сразим Рейд Фафнера и Космодрагона. Я думаю, первым надо будет запустить Космодрагона. Я после его запуска сразу влево сделаю. Три, два, один. Все, запустили. Нет, тут вообще скучные бои, скажите. Вообще просто застряли и все. Ну, хоть Фафнер начал атаковать. Ну все, уже Космодрагон победил. У меня такая арена, где тут зашибись. Ай, точно. А теперь давай Фафнерка запустим, только на защите. Фафнерок. Дед Мороз. И Дед Мороз побеждает. Так, с этими не будем мучиться, потому что мы знаем то, что он опять победит. Теперь Прейм Апокалипсис против Рейца Фафнера. Так, давай Прейма Апокалипсиса первым. Погнала битва. Прейм Апокалипсис, кто не знает, атакующего типа. Прейм Апокалипсис. Ну, я от Прейм Апокалипсиса другого и не ждал. Теперь Фафнира. Три, два, один. Фафнир. Ай. Ой-ой-ой. Посмотрите, вместе с Пускателем. Он побеждает. Он Пускатель высосал, смотрите. Ну ничего, сейчас сделаем. Я ради вас тут все делаю. Так. Позвал дед бабку. Чинят, починят. И не починят. Позвала бабка внучку. Чинят, починят. Починить не могут. Позвала детка жучку. Мастерят, мастерят. Сделать не могут.
Позвала жучка кошку. Делать не смогут. Позвала кошка мышку. Делали. Да сделали. Ой-ой-ой-ой-ой. Дорогие мои, я вам могу сказать, пускатель сломан. Не волнуйтесь, на этом видео не заканчивается. Просто половина видео будет посвящена починке пускателя. Да. Пэ-пэ-пэм. Да, вот такое вот бывает при видео. Скажите, очень плохо вообще. Что-то вышло не такое. Сейчас. Ты снял видео? Нет. Нет. Да. Ну, сейчас. Иди мойся. Так. Притащили. Ой, ёлки-палки. Блин, чемодан такой тяжелый, вы не представляете. Потом еще его и уносить. Так. Поднимаем. Чиним, починим. Сейчас будем чинить. Можете пролистать, я его починю все равно сейчас. Я очень быстро это делаю. Ломаю я так же быстро, поверьте. Блин, а его открутить возможно? Тут болт, короче, застрял. И помой рот свой весь грязный. И живот весь грязный. Так, видимо, план Б. Скажите, что делать? Я не знаю, как его открутить. Ладно. Так. У меня же в комплекте там с другим набором еще один пускатель шел. Такой же. Сейчас. Мне вытащить эту фигню надо. Есть. Подписчики мои, и наше видео продолжается. Сейчас отключу, и будет продолжаться. Потому что я так дело не оставлю. Потому что вы мои подписчики.
Ребят, у меня есть плохая новость. И там поломано. Да. Что ж тебе делать? У меня вот вопрос. Будем пытаться тогда это заскучить. Больше выбора нету. Тогда план Б. Чтоб не мучиться, тогда мы этот пускатель убираем. И вместо этого берем другой. Все, ребята, я сделала. Надел бейлогер. Тогда мы приступаем к битве. Пускатели убираем, чтобы они нам не мешали. Так, на чем мы там остановились? А, 1-0 в пользу прямо апокалипсиса. Так стоп, а влево? А, у меня есть вот этот есть. 1-0 в прямо апокалипсис. Три, два, один. Вперед. Вперед. Па-па-па-па-па-па-па-пам. Ой, забыл. Так. Долго не будем так засиживаться. Значит, этого мы сразили. Вафнера мы сразили. Значит, осталось вот этих сразить. А. А, и вот так вот еще осталось сразить. Давай, Регали Генетис. И Космошку. 3, 2, 1, поехали. Интересно, когда он ускорится? А, я ведь выключил наконечник. Сейчас посмотрим. Битва с выключенным наконечником. Да, битва с выключенным наконечником. Посмотрим, как это на турнире будет выглядеть. Нет, с выключенным наконечником он проигрывает. Тогда сейчас включим наконечник. Загудел. А тут он прям сразу. Блин, вот так он проиграет. Да, это сразу видно. Сейчас давайте его перезапустим. Сейчас ускорится. Когда ты ускоряться будешь, а?
А этот пошатывается. А он нет. Да, нет, да, нет. Ускорился! Начинает агрессивную атаку. Останавливает. 1-1. Ну, если считать только с выключенным наконечником. 3, 2, 1. Поехали. Да чего ж ты сразу заводишься? А, нет. 1-0. О, 2-1. 2-1. Фу, 1-1. Я, короче, сам себя путаю. С включенным наконечником счет 1-1. Просто когда он взбесился, я еще раз захотела его запустить. И тогда он только выиграл. Знает 1-1. 3-2-1. Так, включился он. Ускоряется. Дает импульс вращения. А космодрагон стоит как стена. Ха. Так. Шатается. 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 Кто ж кого? Сеня! Сеня! Сеня победил! Не, он чуть-чуть перекружил. Я вас уверяю, он чуть-чуть перекружил. Ну прям вот так вот. На миллисекундочку. Но перекружил он, я вас уверяю. Я вам правду говорю. Кто за меня лайк? Вот реально. До двух начали, значит, с двумя очками и закончим. Поехали. Вперед. Вперед. В следующем бою я лучше космодрагона запущу первым, потому что он атакующий, он сразу сильно теряет. Он почему-то всегда вот центр занимает. На видео про апокалипсис достойно себя ведет, а у меня как-то вообще... Ему на все пофиг. Моему. Ну все. Выиграл. И последний бой. Пэм-пэм. И мы заканчиваем сражение. Пэм-пэм-пэм. Тык-тык-тык. 3-2-1. А, я выключил. Опять. Я просто проверить. Так, с выключенным он тоже хорош. Победил. Включаем. Смотрим, как он будет вести себя со включенным наконечником. Ай! Еле поймал. Ой-ой-ой. Давай, давай. Ты сможешь регалии генить. Красавчик. 1-0. Со включенным наконечником. Я уже там засиделся. Ого. 35 минут уже снимаю. Ну, на это уже закругляться надо. Вперед. Вперед.
Ну как же сегодня ни одного взрыва не было? Да почему? Почему же сегодня ни одного взрыва не было? Вот мне интересно. Ну ладно. Всем до свидания. Желаем счастья, здоровья в новом году. С наступающим вас 2020 годом. Всем удачи, всем пока.